Ну ось продовжується програма «Новий день», і до нас, до студії, вже завітали перші наші гості, як я й обіцяв. Отже, прошу знайомитись, з нами сьогодні Олександр Єрофеєв, так, власник ательє, і його асистент Олена Кравченко. Здравствуйте. Доброго ранку, приємно з вами познайомитись. Так. Отже, розкажіть, з чим ви до нас сьогодні завітали. Я дивлюсь, у вас тут багато чого, антуражу різного з собою принесено. Давайте поговоримо з вами, власне, про те, на чому ви спеціалізуєтесь, так? На моді. На моді. О моді поговоримо. Сьогодні ми прийшли немножко познайомити вас з тенденціями, які в ближайшу весну і літо будуть нас радувати, нас, всіх людей окружаючих. Що з чим лучше соединять, какие цвета, какие цветовые комбинации. Вот. Ну и, может быть, наши советы кому-то помогут. А я, насколько я знаю, вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками. Вы сегодня будете разыгрывать для наших телезрителей бабочку, да, вашего собственного производства, handmade, можно так сказать. Да, то ж, поэтому я обращаюсь к нашим телезрителям. Звоните по указанным у вас на экране телефонам, дозванивайтесь, и у вас будет возможность выиграть фирменную бабочку ручной работы. Вы можете ее подарить своей второй половинке, опять же, в преддверии Святого Валентина. Можете носить сами, как, собственно, это делаю я. Я тоже, как бы, ношу бабочку от вашего ателье. Давайте, собственно, перейдем непосредственно к тематике нашего сегодняшнего разговора, то есть тенденции, мода, сочетание цветов, что, как. Давайте обозначим сначала, откуда мы это все берем. Да, давайте. Да, да. Что нам помогает. Откуда вы черпаете? Да, да, да. Это, понятное дело, модные журналы и, конечно же, интернет. Поэтому особо каких-то таких идей мы дать не можем, потому что, в общем-то, люди сидят в интернете, это все видят, прекрасно видят, что мода абсолютно обширна, и чего-то такого конкретного, ну, мы не будем никому вкладывать в головы, потому что мы люди демократические. Вежливые. Безусловно, еще есть определенные тенденции, которые нам диктуют мировой подиум, и оттуда мы берем не целые образы, а отдельные элементы, с которыми, в принципе, тоже тренды, да, показывают, да. Направления, которые мы можем перенести в реальную естественную жизнь. Вот. И поэтому сегодня мировой подиум нам продиктовали то, что в моду вернулись 90-е, поэтому вы смело можете доставать все, что у вас есть в шкафу. Весь тот ужас, который вы носили 10 лет назад, и вы будете радикально модные. Отцовские, да, штаны спортивные. Да, да, кто-то отцовский, кто-то свои, кто-то... Кстати, да, кстати, не помню кто, но выпустили коллекцию, вот кто-то очень известный, в интернете люди глянут, это кому интересно, это конкретные вот люди в спортивных одеждах вот того вот времени, там, 90-х, и это все предлагается в офис носить, то есть это вот костюмы, раньше это были какие-то треники какого-то там тренера, почему-либо, а теперь это вот в офис. Самое главное, не добавлять... Все началось с кроссовок в прошлом году, да, сейчас сразу, да, сразу в спортивном костюме. Не добавляйте, самое главное, к спортивным брюкам туфли. Как это было когда-то модно. И барсеточку, да. Все-таки малиновые пиджаки, да. Ну, смотря в каком районе. Вот некоторые районы Николаевы. У нас некоторые как бы модные еще, да. Да, с 90-х не выходили. Да вот, отлично. Да, это да. Там всегда в тренде. А вот такой вопрос лично меня он интересует. Я думаю, многим зрителям он будет интересен. Вот тренды моды. Не кажется ли вам иногда некоторые, опять же, те же тренды, которые диктуют мировые подиумы, несколько, может быть, абсурдными, то есть, ну, бывает такое, смотришь на подиум, и, ну, как такое, вообще, может быть, модно? Безусловно, но надо понимать, что подиум – это образ, что это не слепое копирование, нельзя переносить все, что мы видим на подиуме, в естественную жизнь, потому что это полет фантазии дизайнера, вы можете оттуда взять элемент, вы можете взять свет, вы можете взять какой-то аксессуар оттуда, но совершенно не стоит, это будет ошибочно, повторять полностью образ, потому что вы будете выглядеть глупо и смешно. Или смотря, если у вас амплуа такой, конечно, вы можете это перенести. Эпатаж. Если вы эпатажный человек. Ну, посмотреть даже на ту же стрит-моду, это довольно-таки эпатажно. Но опять-таки, что вы хотите, если вы идете в маршрутку, садитесь там и едете просто на работу, то, ну, опять же, если вы такой человек, вы хотите, чтобы вас увидели, хотите поднять настроение всем, то почему бы и нет? А если вы боитесь там плевков в спину или что-то в этом роде, хотя вот сейчас клеенчество модное, эти плевки можно легко стереть. Поэтому я думаю, что это все возможно.
почему то есть, нет? В принципе, если так говорить, то есть дизайнер, он задает какое-то направление, да, вы черпаете уже из него какие-то... Безусловно, на то, что вы носите, влияет и место, где вы живете, менталитет, какие-то национальные особенности. То есть восточная женщина не всегда сможет одеть, извините, платье в бельевом стиле и выйти в нем на улицу, что может сделать европейская женщина. Только дома может выйти. В комнату может выйти, да. При том, что бельевой стиль сейчас остается на волне популярности, то есть все платья, которые вот такое ощущение, что вот не это остались в подъезде, выходите, в постели, пижамы, да, и вот выходите, платья, халаты, ночнушки, пижамы, то есть это все тренды. Это один из трендов, да. Поэтому один из сумасшедших трендов. Особенность, правда. Кто-то один, кто-то нет. Поэтому главное быть осторожным, то есть если вы одеваете что-то в бельевом стиле, то и у вас откровенно декольте, постарайтесь удлинить, например, юбку. Если девушка одевает короткую юбку, то постарайтесь закрыть плечи и грудь, то есть чтобы не выглядеть немножко вульгарно и не к месту. Кстати, что вот классно вот в этом сезоне, в принципе, она началась чуть-чуть раньше, что в моду, кроме того, что вот это все открытое вошло, еще вошло, что это надо тело сначала подготовить к тому, чтобы его открыть. То есть спорт, то, что, мне кажется, многим не понравится. Он все еще в моде, да. Поэтому если сначала спорт, и сначала тело красивым сделали, а потом уже одели, например, эту рубашечку или маечку, или топик какой-то, и показали там результат свой животик, своей работы. Свой пресс, да. То есть вот мы показываем то, что мы сделали. Если этого нету, не показывайте. А вот скажите мне тоже, опять же, такой вопрос на волне этого. Я вот как обладатель спортивного тела, но мне интересно... Атлетическое. Да, друзьям посоветовать. Это только для девушек актуально сейчас спорт или для представителей обоих полов? Для всех. Абсолютно. То есть мальчикам тоже надо. Ходит здоровое питание, спорт, все. Ну, это, мне кажется, самый классный тренд вообще, который пошел... Не в этом году он начался, не в прошлом даже, да. То есть он вернулся откуда-то издалека, скажем так, и в какой-то момент, вот честно говоря, даже так не могу вспомнить, но вот все начали повально заниматься спортом. Ну, только, конечно, без особых там перегибов, да, потому что, понятно. Но в защиту худорбы тоже хочу сказать, многие относительно мужской худорбы, это то, что еще буквально год назад признавались мировые звезды именно секс-символом те, кто были худые, то есть поэтому как говорят, что король пляжный, тот, у кого гора мышц, тот, кого это совершенно не смущает. Поэтому главная харизма, главная своя подача, и в принципе есть много примеров в том же украинском шоу-бизнесе, когда, например, тот же Макс Барских очень худой, и при этом он украинский символ. Ну, еще говорить, конечно. Защищаем своих. В принципе, главное быть самим собой, да? Это безусловно. Самое главное и самое модное, что может быть. Всегда в тренде, да? А есть, может быть, вот вы говорите, черпайте вдохновение, да, с подиумов, с трендов, есть, может быть, какие-то дома, которые являются как бы ведущими в этом вопросе, то есть дизайнерские дома, или оно как-то так в общем все идет, или есть кто-то вот конкретные дизайнеры, на которых вы есть такая особенность у всех модных домов, это уже немножко из внутреннего мира моды, что они принадлежат все буквально три-четыре владельца, у них все. Монополия такая. Да, это определенная монополия. Поле, поэтому все они работают, назвать их конкурентами достаточно сложно, потому что они все работают в один карман, да, на одну структуру, поэтому все их тенденции, они в принципе прослеживаются. Мы смотрим подиум, мы видим все время почти одни и те же цвета. Все это бизнес, поэтому говорить, что кто из них лидирует, безусловно, есть мировые бренды, которые мастодонты такие, это Chanel, это Dior, Balenciaga и прочие дома, которые, да, где-то диктуют моду, есть молодые бренды, но я же говорю, так как это все одна семья, поэтому выделить кого-то отдельно. Один большой магазин, просто у кого-то есть большая история, которые тянут многолетнюю историю, а есть какие-то молодые бренды, которые опять-таки в тот же синдикат входят, поэтому суть такая. То есть, как мы сейчас увидели, узнали, за кулисы немножко заглянули в модной жизни, да, не все там так самобытно, как не все так искусство, как кажется, как, в общем, то есть, да. Там тоже деньги, да. Там не тоже, там скорее всего это одно из главных. Да, одно из главных.
Без них ничего не делается. То есть и те же тренды, которые это все продиктовано теми же экономическими веяниями, например, когда мы знаем, в 80-е пошли очень короткие юбки, это был экономический подход к моде, потому что их укоротили для того, чтобы на них было мало ткани. Были кризисы определенные, производство было маленькое, поэтому мы укоротили юбку. Сейчас надо, чтобы население тратило деньги, мы удлинили юбки, чтобы шло больше ткани. То есть это все экономика, это все бизнес. Да. То есть, судя по экономическим, вообще, как бы, будет совсем нуд в моде. Поэтому спортивное тело и меньше одежды. Готовится. Меньше денег на нее потратить. Да. Вот вы говорили, что поговорим немножко о тенденциях, о трендах, о цветах, собственно, что вот, какие цветовые сочетания? Цветовые сочетания, вот то, что Лена говорила, немного клеенчатые, да, то есть это вот вы можете видеть наши... Последний, это вот, например, последняя коллекция Dolce & Gabbana. Цветастость, яркость, лето, весна. Если это развернуть, да, такое ощущение, что это вот у бабушки там на даче лежала клеенки, да, скатерти. Но это только на первый взгляд, да? И на второй. Да, то есть как вы уже... Ну это вот Dolce & Gabbana, нам так кажется. Ага. Обработаете, я думаю, они не смотрят. Я надеюсь. Это временной, как бы, не стыковка временная, я думаю, нас спасет. Ну, будем надеяться. То есть цвета стоят. Да, яркие цвета, яркие картинки, цветочные принты, мелкие, крупные цветы. Да, ситчик, вот это миленький такой. Ситчик, это ситец ткань. Такой мелкий-мелкий цветочек. Терминология, как бабушкины халаты когда-то были. Да, то есть расцветка, вот это миленький такой цветочек. Угу. В моду вошли также очень восточные орнаменты, то есть последние в мировую моду вошли известные турецкие бренды, молодые, и вот они ввели сейчас какой-то стиль такой Османской империи, то есть все эти турецкие огурцы, да, то есть, да, пошло восточное направление рулит, поэтому, безусловно, восточные орнаменты тоже в моде, вы можете смело одевать, опять-таки доставать старые бабушкины халаты, перешивать их в юбки, в блузки, отрезать и делать из них что-то невероятно модное. Да, то есть, полет фантазии только приветствуется, да, насколько я понял, да, сегодня. Да. Ну и, безусловно, остается, все-таки есть определенная категория людей, которые любят более что-то спокойное, то это пастельные оттенки, все фрезовые оттенки, которые успокаивают, уводят от этого сумасшествия, в которое уводит, например, Dolce & Gabbana со своими какими-то лимонами, яркими цветами невероятными, потому что ну, не всегда вы можете одеть такой яркий принт на работу, и может у вас сегодня не будет настроения одеть эти яркие цветы, поэтому вы все-таки остаетесь в пастельных тонах и всегда на высоте. А вот скажите еще такой вот вопрос. Ну, вы вот как люди, которые следите за модой, стараетесь быть в курсе последних событий. А вот вы же гуляете по городу, по Николаеву. Насколько сегодня Николаев и николаевцы как бы соответствуют последним модным тенденциям? Можно ли Николаев назвать модным городом? Ну, к нам, в принципе, как бы довольно-таки не быстро приходит то, что вот, например, сейчас закончились показы моды, да, там и продиктовали нам весну-лето. Понятное дело, что весной и летом что-то, может быть, к нам придет, но в общем, ну, если вы посмотрите, какие там тенденции, то в принципе, честно говоря, по Николаеву, если начнут так люди ходить, то да, то начнут все крутить там пальцы у виска. Вот. Поэтому, ну, в общем, мне кажется, что у нас молодежь довольно-таки стильно одевается в последнее время, да. Поэтому ругать так особо. То есть, не приходится, какие у нас бабушки, мы всегда с Сашей говорим, да, мы едем ну, из-за того, что мода возвращается, да, а они как раз донашивают то, что вот тогда было модно, они иногда вот выглядят так, как будто вот как раз-таки они из подиума сошли. Тренде, да? Да, они такие бывают милые, интересные, такие ткани вот эти, которые вернулись. Мне такое ощущение, что вот с них черпали. Вот кто-то в троллейбусе или в трамвае у нас приехал сюда и черпал вот идеи и выносил это все в Милан, в Париж. Ну, кстати, такое тоже близко. А воски эти, помните, когда вошли такие наши вот... Вот эти огромные, бетоны, да, эти клетчатые сумки сделал, да, есть, на подиум вывел, и плащи из этих же сумок клетчатых, то есть, которые все сначала, мы всегда, боже, нет, я такую сумку никогда не возьму, да, а тут Louis Vuitton делает такую коллекцию, и все, о. Мы первые, а потом они уже. Повторяют за нами, да? Да, да, да. Ничего своего придумать не мог. Вот, я же говорю. Всегда так, эти французы, это да. Морская тематика остается в моде, то есть опять-таки какие-то бело-синие сочетания тоже всегда будут.
В общем, много чего в моде. Слава богу, вот нет чего-то такого, вот, как раньше было, там, фиолетовый цвет, и все, все вышли фиолетовым. Ну, опять-таки, потому что мода – это экономика, это бизнес, и все работают, люди разные. Кто-то говорит, что я не интересуюсь модой и ношу одни джинсы, но эти джинсы специально делаются для вас. Такие простые, обычные, над этим коптят целые фабрики, тысячи людей шьют именно простые джинсы, именно для вас. Кто-то, какие-то определенные дизайнеры работают специально, как Dolce & Gabbana, на каких-то ярких личностей, кто-то на более спокойных, на классику. То есть поэтому все, что продалось, все, что продалось, все, да, опять-таки, это модно. Поэтому сказать, что конкретно у нас есть явно одна тенденция, нельзя. Или один цвет. Или один цвет. То есть если вам не идет зеленый, и вы его оденете, поэтому это будет смешно. Поэтому есть коллекции, которые, например, сделаны в красном. Поэтому сказать, но зеленый тоже модный, кстати. Цвет жизни. Да. А вот еще такой вопрос, опять же, возвращаясь в чертоги Николаева, вот вы работаете в ателье, то есть к вам приходят посетители, да, делают какие-то заказы, а были ли, может быть, какие-то такие необычные, нестандартные, неординарные заказы, что-то такое, что вам запомнилось? Ну, разные заказы бывают. Бывают заказы такие, которые мы не знаем, как сделать. То есть это, по-моему, самое это неординарное и необычное для нас, когда нам приносят картинку, вот, и мы понимаем, что мы никогда такого не делали, но нам это надо сделать. Мы соглашаемся, и потом начинается вот это вот сумасшествие, вот эта неординарность, необычность, как правильно это сделать, как к этому подойти. Вот это. Бывает, конечно, приносят картинку какой-то яркой знаменитости, платье, макияж, и говорят, хочу такое платье, например, на выпускной. Но мы должны... И всегда какое-то есть несоответствие, что да. Принесли, да, и что пришло. И нужно понимать еще, что это все-таки артист, он на сцене, у него должны быть огромные ресницы, накрашенные, яркие. У нее должно быть яркого цвета платья, сумасшествие, потому что она маленькая, ее на сцене должно быть заметно. А вы выйдете получать диплом в платье, например, да, в таком сумасшествии, вы просто забьете все на свете. Поэтому все-таки надо разграничивать. Плохо. Да, надо находить, да, какие-то... Или хочу, например, вот такое платье, а рост у вас совершенно другой. Это платье, эти пропорции не для вашего роста. Поэтому приходится варьировать и убеждать. Но вот иногда, когда человек не идет на какие-то уступки, вот получаются какие-то невероятные, экстремальные, сумасшедшие наряды. И порой смотришь, думаешь, да, это от кутюр. Да, начинает каждый перетягивать одеяло. Да, вот с этим, в связи с этим я бы хотел сказать телезрителям, что, приходя в ателье и заказывая себе одежду, подходите с умом, да, к выбору своей одежды. Доверяйте просто мастерам. Да, в конце концов, вы к нам пришли как раз-таки для того, чтобы мы что-то сделали. Вы специалист в своем деле, мы специалист в своем деле, да. Ну, каждый должен делать свое дело. Хорошо, и еще вот такой финальный вопрос. Вот вы, можно сказать, творцы, да, то есть вы то же самое создаете что-то. А если у вас кто-то, я не знаю, это из культуры или из мира моды, вот какие-то личности, персонажи, которыми вы вот вдохновляетесь, на которых вы ориентируетесь, вот кто-то есть такой вот у вас, в вашем творчестве? Ну, для меня всегда был, я всегда говорю, когда мне задают такой вопрос, я всегда говорю, что это Кристобаль Балансиага, это тот кутюрье, великий человек, который всегда мог сделать платье сам от начала до конца, не просто создать идею, нарисовать эскиз, а мастера уже это повторят, а сделать полностью от нуля и до конца. Поэтому я всегда даю предпочтение тем, кто может все сделать сам. Я, наверное, вдохновляюсь просто обычными людьми. Обычные. Да, да, потому что все обычные люди необычные вот в чем-то своем. А так как мы работаем с людьми, то ими вдохновляемся, так легче всего. А я бы хотел бы еще раз напомнить, что мы сегодня разыгрываем бабочку ручной работы. Звоните к нам в студию, дозванивайтесь. Экраны, телефоны снова-таки оказаны у вас на экранах. То есть мы будем рады принять ваш звонок и вручить вам, собственно, приз. Так как я вижу, звонки не поступают, но мы в течение всей программы будем разыгрывать, то есть мы в любой момент можете позвонить, мы примем ваш звонок, и бабочка будет ваша. Вот она в такой, собственно, упаковочке, тоже ручная. Можно раскрыть. Можно раскрыть, да? Да, ага. Конечно. А, я просто боялся, что, возможно, это... Бабочка сделана из модного принта Dolce & Gabbana, с детскими рисуночками, да, поэтому если кто-то захочет порадовать близкого любимого человека, пожелать николаевцам хорошего дня, то есть вы можете смело звонить. Вот, такая, пожалуйста. Вот.
Вот, в общем, такая оригинальная, красивая бабочка. Звоните, мы с удовольствием ее вам вручим. Я хотел бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был Александр Ерофеев, Елена Кравченко. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, поделились своими знаниями. И вам спасибо. И вам спасибо, что пригласили. Внесли их в массы, да. Мне тоже было очень приятно узнать что-то от вас новое, что-то полезное. Обязательно применю эти знания на практике. Обещаю. Спасибо, удачи. Да.